вечір, любі вболівальники футболу, з програму ДЧ. Ми говоримо про вищу лігу, ми анонсуємо тур номер 17. Уже сутені, але ми говоримо про футбол. Для футболістів будь-яка пора часу – це байдуже, якщо є розмова про футбол. Отже, ми говоримо про першу гру Дарніса «Динамо». І розпочне Олександр Іванов, один із наших експертів. Ну, добрий вечір. По поводу этой игры говорить можно много и долго. Дарницу я видел буквально в прошлом туре, они играли с Березняками. Произвели на меня достаточно сильное впечатление, хотя нужно говорить, наверное, о том, что в составе играло очень много игроков, которые играют на первенство города. На этой неделе чемпионат города уже стартует, поэтому вероятность появление этих игроков в матче с «Динамо» невелика. Поэтому мне кажется, что игра будет упорной, но общий класс Дарницы чуть повыше. 2-1 в пользу Дарницы. Сегодня я особисто уже чув один из рахунків, и він повністю, я бачу, наші експерти погоджуються, але мають спільне бачення цієї ситуації. Але все-таки, Вань, що ти скажеш від себе? Я скажу, что встречаются два чемпиона, команды, которые в свое время выигрывали христианскую футбольную лигу, высшую лигу. Вот, это первый момент, который стоит отметить. Второй момент, это, наверное, не стоит забывать игру первого круга и организационные, скажем, проблемы с ее назначением, когда матч ХФЛ припал на матч чемпионата Киева, как бы, который должна была проводить Дарница, но динамовцы воспользовались своим правилом хозяев поля, который регламентирован. Вот, игра закончилась 1-1, динамовцы проигрывали и отыгрались в пенальти. Вот, но что касается этой игры, то я тоже видел Дарницу, и все-таки даже несмотря на стартующее первенство Киева, Дарница играет дома, то есть они смогут выбрать день, смогут выбрать время, которое им удобно. Вот. Ну и в принципе я согласен с Сашей, я бы тоже поставил на счет 2-1 в пользу Казани. Окей. Наступна гра Атлант ФК Хелас. Атлант в минулому турі грав не на своєму полі. У них є можливість тепер, вони явно реабілітуються за програш на Харківському масиві від Троєщинської команди. Назначить знову ж таки зручний, да, час, мабуть, і однозначно на драйзера. Їхнє улюблене поле, про яке ми вже говорили. І Вань, що ти скажеш по цій грі? Я думаю, что все-таки Хелсу будет очень сложно противостоять Атланту. Во-первых, это и поле, и, скажем, все организационные моменты, которые, скажем, в руках хозяев поля, именно Атланта. Плюс игра, которую Атлант дома, уже только ленивый не говорит, потому что Атлант очень сильно играет дома. Действительно, это так. Вот. И я думаю, что в этой игре преимущество будет на стороне хозяев поля. И ребята из Атланта победят, ставлю на счет 3-1. Окей, Саш, что думаешь ты? Ну, тут на самом деле Ваня все сказал. По большому счету Хелс тяжело собирается вообще. И я боюсь, что на игре с Атлантом они просто не соберутся. Поэтому за счет своего поля и организационных преимуществ, я думаю, Атлант должен победить. Ну, пусть будет 4-1. Я так хотів сказати, що мені здається, що ти вважаєш, що 3-1 це замало. Окей, наступна гра, яку можна теж назвати грою туру після Дарниці Динамо. Старс Самсон. Дві команди, які Старс має бажання теж бути там в призерах, як мінімум. Сань, з тебе. Ну, я знаю, что у Старса серьезные проблемы. Проблемы кадрового характера. Там очень много травмированных игроков. Из-за этого две недели назад сорвалась наша с ними товарищеская встреча. То есть количество людей в команде и так небольшое, а там вылетело, насколько я знаю, то ли 5, то ли 6 человек. То есть кто-то восстановился, кому-то разбили голову в последнем туре в игре с Динамо Отрадным, и он играть не может. Да. Вот. Поэтому я сомневаюсь, что Старс умеет собрать оптимальный состав. Хотя, конечно, желание у этой команды есть, и они будут цепляться за очки, но на победу Старс я не поставил бы никогда. То есть, я думаю, ничья, может быть, 2-2. А что скажешь, к
хотів сказати, володар команди Samsung, представник команди Samsung, поки ще не купили його. Ну да, собираю поки деньги. На самом деле мне импонирует игра команды Stars, я думаю, что я не одинокий как бы в своем мнении, то есть комбинационная игра, вот, слаженная, техничная, именно командный футбол ребята демонстрируют, сыгранность, как бы доведенная, скажем, практически до автоматизма. В первом круге мы проиграли на своем поле 1-0, вот, была, скажем, игра взаимных возможностей, в которой мы уступили. Ну, думаю, что обе команды ставят максимальные задачи. Обе команды будут настраиваться только на победу. Ну, ввиду принадлежности к клубу ставлю на гостей 2 года. Окей, будем сподіватися, що твій прогноз, чи то сподіватися на те, що просто буде хороша гра. Отже, наступна гра у нас «Благодать Інтер». Ну, теж доволі непогано, мені здається, буде гра. Як вважаєте ви, що скажеш, Ваня, ти? Ну, начнем с того, что в первом круге Интер победил дома 4-1. Поэтому, скажем так, думаю, что и у Благодати, и у Интера есть большое желание у одних взять матч-реванш. У Интера, я думаю, на волне разгрома в 16-м туре. И вообще команда в последнее время набрала неплохой ход. Имеют шансы зацепиться за высокие места, за медали. Думаю, что будет, должен быть очень интересный, атакующий и, думаю, многоголевой матч. Поставлю все-таки на победу чемпиона со счетом 3-2. Окей. Я знаю, что есть проблемы с полем. Благодати поле не готово, у Интера поле не готово тоже. То есть Благодать попросила Интер, чтобы Интер их принял, но поле на Полковой на данный момент не готово, и неизвестно, будет оно готово или нет. Поэтому будут искать место, возможно, даже на Харьковский доедут, я не знаю. Вот. Но, по крайней мере, вот на сегодняшний день такая ситуация. Что касается силы команд, то все мы не знаем, в каком сейчас состоянии находится Благодать. Восьмером они обыграли СНВ 6-1. В товарищеском матче, но это опять же ни о чем не говорит. Тем не менее, мне кажется, что все-таки Благодать должна уже брать очки и как-то негоже чемпиону находиться так низко. Поэтому тоже поставлю на хозяев, хотя хозяевами не будут, 2-1. Ну що ж, а от наступна гра «Катран Легенда». Катран, можливо, піймав кураж, а можливо, не знаю. Ну, розбомбивши Сіа, Катран, мабуть, на легенду теж налаштується доволі таки по-бойовому. Отже, Саша, що ти скажеш про цю гру? Чи вдасться Катрану вирвати у команди легенда перемогу, чи хоча б нічим? Ну, це дуже важлива гра на самом деле. Особисто то есть, для тебе, мабуть, теж. Для мене теж вона цікава являється, тому що, як би, выиграет Катран, он оторвется, ну, имеет возможность оторваться от аутсайдеров. Выиграет Легенда, она может оторваться от большей группы аутсайдеров. Поэтому, конечно, меня в этой игре больше всего устроила бы ничья. Однако, я, честно говоря, думаю, что больше шансов на победу у гостей. Потому что победа Катрана над Сиа, это скорее, мне кажется, случайность. Вот. Поэтому я разговаривал с игроками команды СИА, с некоторыми, они прямо говорят, что присутствовал плохой настрой, плюс отсутствовал основной нападающий. Здравый Петру. Смысл, да? Да, вместе со здравым смыслом. Вот. И, соответственно, поэтому СИА проиграл. Хотя игра там была равная, и сложно оценить, чье было преимущество по ходу. Поэтому я в этой игре поставлю на столь желанную мне ничью, но буду понимать, что скорее все-таки лиги. 1-1. Я соглашусь с Сашей все-таки. Я вижу преимущество гостей. Вот, во-первых, скажем, поле, на котором будет проводиться игра, они уже апробировали в прошлом туре. Раньше там играли и довольно успешно играли. Они на этом поле сыграли с Яничью, и с динамовцами сыграли в ничью легенду на этом поле. Ну и кроме всего прочего, мне кажется, что здесь будет и, наверное, какой-то особый момент, потому что в прошлом году некоторые игроки легенды помогали Катрану, когда легенда еще играла в первой лиге. Думаю, что легенда 2-1 победит. Ну, мне вообще кажется, что легенда лучше готова.
ну вот они тренировались. Катран играл товарищеские игры, в которых совпало в трех играх три человека. То есть, а решта це все було так, да? Вот так все время было, вот там и Камынин играл, кто там только не играл. Поэтому, мне кажется, легенда лучше готова, но не знаю. Ну що ж, а наскільки готові Березняки у команді у грі з Аяксом? Вань, як ти вважаєш? А ми потім запитаємо у Саші, все-таки чи готові? Березняки я видел в грі з Дарниц. Душераздирающее зрелище. Да, я тебе скажу, что ну, некоторые игроки начали ходить пешком уже на 12-й минуте. Причем самое интересное, что они ходили по своей штрафной пешком, когда мяч был возле ворот. То есть команда пока что физически, по крайней мере, то, что я делаю выводы по первой игре, она не готова. Ну, вот. Может, у нас это какое-то свято было там чаще? Ну, я не думаю, что у команды такой патриотизм, что они 5 дней отмечали День независимости. Но думаю, что все-таки будет очень тяжело Березнякам в этой игре. Вот, потому что Аякс, как и Атлант, мне кажется, дома играет посильнее. Вот, и сбор команды на Троещине получше. Вот. Но, с другой стороны, Березнякам уже некуда отступать. И, наверное, команда сыграла уже практически все игры с лидерами. Да. Ну, вот, календарь у команды неплохой. Если брать саму игру, особенно что касается в первой части сезона, то мне кажется, из всех аутсайдеров Березняки показывают наиболее симпатичный футбол. И во многих матчах команде не хватало то чуть-чуть исполнительского мастерства, то той же физики, то элементарного везения. Но думаю, что в этой игре можно говорить либо про минимальную победу хозяев. Думаю, что ничья для Березняков будет в этом матче положительным результатом. Но все-таки отдам предпочтение хозяевам поля 3-2. Ми два гола забили. Саш, що ти скажеш стосовно цієї гри і кондиції твоєї команди на цю групу? Сложно оценивать кондиции команды, которую я, по большому счету, первый раз увидел в прошлую субботу. На самом деле, ну, я не совсем согласен с вами с точки зрения игры с Дарницей. То есть мне очень она не понравилась, и не понравились многие моменты, но не физическая готовность. Просто на игру с Дарницей у нас приехало 6 нападающих. При этом приехало всего 2 защитника. Ну, как бы, у нас в итоге вот в защите нападающие играли там. Поэтому в игре с Аяксом есть плюсы, это маленькое поле и для нас плюс, потому что много бегать не надо. Но основной вопрос, это какой будет сбор. То есть если приедут, если команда нормально соберется, а назначили нам игру на воскресенье на 11 утра, это для Березняков одно из самых плохих времен, то если команда нормально соберется, то я думаю, что шансы у нас есть зацепиться за ничью, которую я тоже буду считать вполне положительным итогом. Но, конечно, вообще как бы все говорили о том, что Аякса мы должны выигрывать, только я пока не понял за счет чего. Вот. Поэтому я поставлю на ничью 2-2, но так. Окей, ну и остання гра цього туру, як у нас, принаймні, це New Life Sea. New Life отримав 7 сухих м'ячів у попередній грі, як коли ми грали у ТЕС, ми завжди любили говорити 7-0 суха, 7-0 суха. Ще 11-1 була така. Так, ще 11-1. А Сіна, в свою чергу, теж має реабілітуватися перед своїми вболівальниками та перед тими, хто вірить в них. Отже, Саша, що ти скажеш по цій грі? Мені кажется, що тут, в общем-то, все однозначно, і Сіна повинна вийти. Тому що New Life, по большому счету, ничего не нужно. Мы об этом говорили еще в прошлом круге. То есть, что, в принципе, New Life свою задачу, скорее всего, выполнил. Он не вылетает. Еще в апреле месяц. Поэтому Сия объективно сильнее New Life. Тут как бы не стоит об этом даже спорить. Вот. Думаю, что Сия соберется. Думаю, что будет боевой состав. Ребята будут злые. Поэтому, скорее всего, выигрывают. Думаю, мяча в 2-3. 3-1, 4-1 в пользу Сия, какой-то вот такой счет. Ну пусть будет 3-1. Что скажешь, Вань, ты? Ну, ты говоришь, что вот New Life пропустил 7 от Интера, но они пропустили в первом круге, по-моему, 6-0, мы проиграли это уже Сия. Плюс у New Life удален вратарь. Да, кстати говоря, важно. Вот, как команда будет решать,
хотя уже второй раз удален за этот сезон, потому что они уже привыкли к этому, у них уже все-таки есть какие-то запасные варианты, но я соглашусь с Сашей, наверное, все-таки, если сравнивать класс команд, то однозначно Сия посильнее, плюс, наверное, классную команду ее отличает то, что сбои-то бывают, но, как правило, делаются правильные выводы, и сбои эти, скажем, не такие частые. Поэтому я тоже отдам предпочтение гостям, вот, номинальным гостям. Угу. 2-4. Кстати, по поводу вратаря, может они как Дарница сделают. У Дарницы же стоял с нами в игре полевой игрок, так он 20 минут на ноль отстоял, а потом стал вратарь и пропустил таки два гола, причем один сам себе привез, по большому счету. Ну що ж, друзі, мабуть, нас уже не видно на ваших екранах, але ви ще нас чуєте, я сподіваюся. Так, да, листочки видно. І все-таки наш анонс завершено. Я хотів би ще задати запитання, Саш, тобі. Ось минув тур номер 16 у нас в Вищій Лізі. Були зіграні ігри, грали Дарниця. Не зіграно був тільки Самсон Благодать. Тим не менш, на всі ігри були назначені судді. Хоча, я знаю, були певні проблеми там з назначенням судді. Да? Як взагалі от, ти викрутився з цієї ситуації, і як ти відчуваєш, що це наш початок нового, можливо, ну, нової системи у Вищій Лізі суддівстві? Чи не опустили з тебе руки? Як взагалі? Ну, мабуть, було все-таки важко, було складно, тому що це завжди було важко. Так, було дуже складно, тому що у нас багато суддів були не готові працювати конкретно в воскресенье. А команды, как сговорились, и 5 игр назначили на воскресенье. И, по сути, мы решали проблему силами трех судей. То есть у нас было только 3 варианта. И еще там нужно было их правильно расставить, исходя из того, что, ну, к примеру, Алексей Еременко не может судить команду «Интер», а, скажем, Дима Мейер, ну, не очень рекомендуется назначать его на игры «Аякса». Хотя вполне реально, что матч с «Березняками» он и будет обслуживать, потому что мы, например, я, то есть... не имею к этому судье никаких особых претензий. Да. Вот. Поэтому силами трех судей, поэтому первый блин, конечно, был комом, было тяжело. Были жалобы от команд Старс и Динамо Отрадный на судейство. Но надо признать, что обе команды согласились с тем, что предвзятости не было. То самого главного, собственно говоря. То есть было неуверенное судейство, тяжелая игра, я готов это понимать. То есть лидеры все-таки встречались, и молодой судья не то чтобы не справился, но команды остались недовольны. Но при этом предвзятости не было. С другой стороны, были там мелкие замечания от команды СИА по поводу судейства Алексея Атлашова, то есть Еременко, Алексея Еременко в матче с Катраном. Но опять же, четко сами игроки сказали, что проиграли-то по делу. Судья никак не повлиял. То есть можно сказать, что я считаю, что в принципе позитивно все получилось, да. Но были проблемы. Думаю, что на этот тур сложностей будет поменьше. Вот хотя уже порадовала команда Нилаев, которая, по всей видимости, будет играть вечером в воскресенье на Чайке. Вот кого туда загнать, я еще пока не приду. Ну все ж, добре, дякую тебе, Саш, за те, що поділився з нами такими от інтимними речами в суддівстві Вищої ліги. Дійсно, це складно. І прошу проявити ваше терпіння та повагу до Саші і всього ХФЛ в цілому, учасники ХФЛ. Любіть футбол, грайте в футбол, дивіться футбол та дивіться нас. Хай щастить.